прежде всего регионов юга России, то должен сказать, что она осуществляется и осуществляется в масштабах, которые гораздо больше, чем поддержка других регионов Российской Федерации. Фактически почти все эти регионы относятся по основным параметрам к депрессивным регионам. Самая главная задача там – создание собственной экономики и собственных рабочих мест. Это в значительной степени будет зависеть от самих субъектов Российской Федерации на юге России. Нужно таким образом организовывать производство и свою экономическую жизнь, чтобы становиться более и более самодостаточными. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться.